Продолжают слать письма с пожеланиями выздоровления Ельбасы и казахстанцы. Предлагаем послушать лишь несколько из них. Уважаемый Нурсултан Абишевич, я считаю, что сегодняшнее положение – это очередное испытание для всего человечества, для нашей страны. И я верю, что вы на своем примере сможете преодолеть его. От имени всех композиторов Казахстана я желаю вам скорейшего выздоровления. Я уверен, что человек с жизненной позицией и железной волей сможет преодолеть этот недуг. Всю свою жизнь вы посвятили казахстанскому народу, развитию нашей Родины. И сегодня все казахстанцы желают вам скорейшего выздоровления. Всех вам благ. Будьте здоровы. В сложные, судьбоносные для народа времена, благодаря своей находчивости, деятельностью, вы сделали нашу страну узнаваемой в мире. Мы были очень расстроены известием о том, что новый вирус коснулся и вас. Я верю, что вы сможете перебороть недуг и в скором времени вернетесь в здравие. От имени всех учителей страны я желаю вам сил, терпения и скорейшего выздоровления.